Чтобы ваншотить врагов и выигрывать голду, заходи на воткит.ру. Тут тебя ждут бесплатные ежедневные розыгрыши голды, а также бесплатные кейсы за пополнение. А из кейса стоимостью всего 149 рублей или меньше можно выбить премиум танки и очень много золота. Ссылка со скидкой в описании под видео. А вот и зритель, который выиграл голду. Если есть желание тоже поучаствовать в розыгрыше, подписывайся на канал, ставь лайк под этим видео и в комментарии укажи ссылку на свой профиль ВКонтакте. Здравствуйте, друзья, с вами Маракасти. Как вы можете видеть, голды у меня уже осталось совсем мало, а я уже как бы предвкушаю, что новую партию голды разыграю для вас. Я поиграю на сайте Воткит, посмотрю на этот раз, какая будет у меня удача, и надеюсь, что выиграю много всего интересного для вас, конечно же. Давайте для начала, наверное, откроем главный кейс, посмотрим, что из него выпадет. Так как все-таки, главный кейс у меня тут остался, не до конца открыт, именно шестой кейс тут бесплатный, нужно открыть пятый кейс для этого. И неплохо я начал, 1750 голды, забираем, конечно же, это неплохой куш, открываем бесплатный кейс, посмотрим, что из него выпадет, и давайте смотреть, надеюсь, что выпадет что-то ценное. Напомню вам, ребята, чтобы выигрывать голду, нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить лайк под видео и также, посмотреть видео, конечно же, написать комментарий со своим ID ВКонтакте, то есть ссылку на свой профиль ВКонтакте указывайте. В каждом видео разыгрывается голда, в каждом видео у вас есть шанс озолотиться и получить ценные призы. Итак, давайте откроем 1000 золота. На мой взгляд, весьма неплохо. Я решил попробовать вот этот вот кейс. Большой, он стоит 1000 рублей. 999, окей. Как бы он стоит 2000. Из него падает просто дофига всего. Там наборы какие-то сумасшедшие. 400 тысяч голды может выпасть. Какой-то джекпот супер-пупер. Я бы, конечно, хотел бы столько голды. Тогда бы была бы возможность очень много плюшечек для вас разыграть. Тяжелые танки, там сразу по 2-3 танка может выпасть. Может выпасть что-то не очень существенное, конечно. Но, тем не менее, буду надеяться, что выпадет что-то классное. Кстати, можно в бесплатном розыгрыше поучаствовать, всего лишь нужно в группу вступить. Давайте откроем кейс. И что-то у нас... О, 400 тысяч золота. Нормально так... Но посмотрим. Хочется, ребята, не опростоволоситься. И 4405 золота. Что я могу сказать? Можно, кстати, его продать и попробовать еще раз сыграть. Но в тот раз, когда я это сделал, как-то, не знаю, немножечко мне не понравился результат. Ну ладно, наверное, я заберу все-таки, потому что... Мне важно в этом именно в этой игре что-то такое выиграть сначала, чтобы счет пополнить, а потом уже можно рисковать там в конце где-нибудь. Сейчас хотя бы до десятки нужно добить, постараться количество голды. И давайте 50 золота. Может быть, конечно, и повезет. Посмотрим, как оно будет. Еще вот эта мне категория очень сильно нравится. Тоже из нее падает что-то прикольное. Категория танки. Ну и из главного кейса, конечно, тоже что-то может выпасть. Давайте посмотрим, что опять будет там падать из главного кейса. 750 золота выпало. 750 забираем. Давайте, ладно, окей, попробуем категорию эту. Она дорогая, но что поделать. Я все-таки рассчитываю на удачу, на свою. Хотя она в последнее время меня немножечко подводит, но на этот раз хоть может быть. О, да, Лёва, отлично, вот это вот просто крутота. Я на самом деле очень рад, очень сильно рад, потому что, конечно, 20 тысяч, это очень уже нормальная такая сумма, с помощью которой можно и пошиковать. Но еще не все, ребята, еще у меня 605 рублей есть. Можно открыть набор за 500, можно вот эти вот кейсы открывать. Нифига себе, да ладно, вот это да.
Вот это да, як тигр падает просто офигенно. Просто офигенно. Я не знаю, может продать его, рискнуть. Вот тут, конечно, такой выбор. Но я, наверное, все-таки это заберу его, потому что 31 тысяча уже в кармане, это ж просто охрененно. Это уже просто охрененно. Ну и не знаю, что дальше. Может быть, два таких кейса. Может быть, ну, наверное, вот эти вот открою. Как раз мне хватит 4 раза поиграть. И, может быть, что-то еще выпадет. Плюс тут бесплатный кейс будет. Может быть, что-то продам, не знаю. Посмотрим. Так, 500 золота. На самом деле, неплохо. Забираем. Забираем, конечно же. 300 рублей осталось. Может быть, еще прям танк выпадет. Может быть. А может быть, и не выпадет. Это как повезет. 50 золота падает. Не повезло. Ну ладно, давайте дальше. Еще и бесплатный кейс будет. О, револьвер из Супер Першинг. Просто божественно. Ребята, просто божественно. Давайте пробовать. И 1000 золота падает. 1000 золота это... Это нормально, вполне даже 1000 золота, бесплатный кейс. И посмотрим на результат. Конечно, меня уже очень сильно радует результат. 32 тысячи золота в плюсе за 2000 рублей, но это просто офигенно. И просто я не знаю, что это такое. Как же мне везет сегодня, как же мне везет. Просто божественно. Можешь продать, я не знаю. Ну, что-то вот не знаю. Не хочу сегодня рисковать. Уже 36 тысяч золота, понимаете? Это, ну, очень даже неплохой куш. Если сейчас еще что-то выпадет премиум танк, я просто со стула, наверное, упаду. Но уже, конечно, просто офигенные подарки. Нет, последний раз мне не повезло. Итак, ребята. Ну, в принципе, все. 36 тысяч голды я в плюсе, ну там минус у меня там было 500 голды, можно сказать 35-500, и это просто божественно, я считаю, очень круто пополнил свой счет, и это означает, что количество голды увеличивается на стримах, видео, чем больше я голды выигрываю, тем, в общем-то, больше я потом разыгрываю вам, ребята. Спасибо, что смотрели, удачи, пока!